Bidjan, the leather work is amazing. I love this artisanal look from his collection. Борис Биджан – один из таких дизайнеров, который на протяжении многих лет именно использует свой ключ в создании своих коллекций. Всегда есть какая-то определенный стержень в той или иной коллекции. Но вот это, наверное, не станет исключением, потому что вот в таком месте он всегда выбирает очень необычные места для показа. То это может быть, кстати, либо приятный какой-нибудь сад, либо вот как сегодня металлический склад. Wonderful. I think the colors really look good. Black and white, neutrals, it was great. The one with all the fur coming out from top to bottom. Finale. The finale outfit was amazing.